Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. Недавно мы с вами связали авоську крючком, и этот мастер-класс вызвал у вас интерес. В этом видео я не буду описывать процесс вязания авоськи, потому что вы в любой момент можете открыть тот мастер-класс. Сегодня я хочу рассказать о своих впечатлениях и о том, из чего вязать авоськи. Скажу честно, когда я заметила ажиотаж вокруг авосек, мне вспомнилась картинка из детства. У бабушки всегда была с собой авоська, и когда мы с ней шли из магазина, в ней был хлеб, батон и стеклянные бутылки с молоком или кефиром. Прямо как в песне «Бутылка кефира, пол батона». И почему-то представить авоську модной и креативной у меня никак не получалось. Удобной? Да, не спорю. Когда вязала первую авоську, я знала, что этот тренд достанется дочери. А вот вязать мне ее понравилось. Я бы сравнила этот процесс с щелканием семечек. В том смысле, что невозможно оторваться. Когда дочь везде стала ходить с авоськой, я поняла, что это действительно удобно и смотрится стильно. Было принято решение связать вторую. А тут в гости приехала племянница, которая постоянно крутилась вокруг и многозначительно приговаривала: «Эх, у вас вот есть авоськи, а у меня никогда не было авоськи». Так появилась третья авоська. Вязали мы их наперебой с дочкой, кто первый успеет схватить вязание. И над нами уже все шутят: «У вас там что, авосечная фабрика?» Короче, обязательно свяжите себе тоже хотя бы одну авоську, и вы поймете, какая она классная. Из чего вязать? Да хоть из чего. Можно взять 100% хлопок, можно вискозу, можно лен, да хоть шерсть, если есть желание. Хотите, чтобы перемычки ячеек были потолще? Берите нитки толстые. Хотите тонкие и мелкие ячейки? Вяжите тонкими нитками. Я когда-то покупала в Леонардо 2 набора ниток ирис. Помните, в прошлом году я делала мастер-класс с летними беретами. После этого нитки остались, и я перекладывала их с места на место, что связать не могла придумать. И теперь решила связать из них авоську хамелеон. Вязать буду в 3 нити, начну с розового набора, а затем перейду на синий. Берем 3 клубочка, те, которые больше нравятся, и начинаем вязать. Крючок можно взять побольше, номер 4. И у меня уже положено начало. Смотрится очень даже оригинально. Когда закончится нить в одном из клубочков, возьмем следующий клубок и привяжем его к этой нити. Потом добавим еще один клубок, когда еще одна ниточка закончится, и так далее. Вот, смотрите, набор со светлыми оттенками уже закончился, и начата новая коробочка. Давайте покажу, как привязать к кончику нити, которая заканчивается, новую нить. Да, надеюсь, что вы догадались, надо завязать простой узелок. И чтобы ниточка не торчала из авоськи, обрезаем хвостики. Все просто. И вы только посмотрите, какие интересные переходы цвета. Авоська получится двухсторонней. Одна сторона будет нежная и светлая, а вторая синяя, потемнее. И третью авоську мы вязали вот из таких ниток. Ребенок не мог определиться с цветом и заказал нам бело-желтую авоську. Тоже получилось оригинально. И теперь давайте коротко поговорим о размерах. Вы, наверное, заметили, что все авоськи у нас разного размера. Сейчас озвучу, сколько было набрано петель и провязано рядов. А вы для себя определитесь, какого размера авоську вязать вам. Если что-то будет непонятно, значит, вам нужно пересмотреть мой мастер-класс. Ссылка на него будет внизу. Вот это самая первая авоська из мастер-класса. Здесь вначале связана планка из 32 столбиков.
и провязано 6 рядов. Ячейки связаны из 7 воздушных петель и провязано 64 ряда. Для каждой ручки я набирала 100 петель и толщина ручки 8 рядов. Для этой авоськи планка связана из 30 столбиков и здесь провязано 5 рядов. Ячейки тут мы решили вязать чуть поменьше, чтобы авоська не так растягивалась. Состоят они из 5 воздушных петель и провязано в этой авоське 60 рядов. Для ручек набрано также 100 петель и провязано 6 рядов. В начале самой маленькой авоськи было набрано 23 петли и провязано 4 ряда столбиков. Ячейки состоят из 5 воздушных петель и связано всего 45 рядов. Для ручек мы набирали 60 петель и связали 4 ряда. Вы сами видите, что размеры авоськи вы можете варьировать так, как вам захочется. Главное понять принцип вязания. Учитывайте толщину нити и вяжите свои неповторимые авоськи. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и обязательно напишите в комментариях, сколько авосек вы уже решили связать и из чего. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!